Доброе утро! Сегодня я предлагаю вам опять провести один день со мной. Я буквально только-только проснулась, поэтому у меня еще голос такой немножко хрипящий. Я сделала себе овсяную кашу. Она на овсяном молоке с семенами льна, с семенами чиа, с голубикой, малиной и немножко кокосовые стружки сверху. Очень мне нравится этот завтрак, я практически сейчас каждый день его делаю. Он достаточно такой питательный, но при этом вкусный, с ягодками, такой сладенький. И дальше я думаю, что я попытаюсь сегодня сходить в тренажерный зал, и если у меня получится, чуть-чуть запишу, что я там делаю. Не уверена. Но, в общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Ну, вот так примерно выглядит мой набор в тренажерный зал. Здесь у меня кроссовки, перчатки, потому что сегодня буду делать упражнения на руки. Одежда, полотенце, бутылка воды и то, куда я это все уберу. А здесь в кошельке у меня абонемент. Так что пойдем. Наконец-то обед, я прям супер-супер голодная, так что приступаю. В общем, я только что была в подружке и хочу вам показать, что я купила. Very excited. Я собираюсь снять видео первое впечатление тестирования вот продуктов от Wet n Wild. Я купила целых 3. Я думаю, что это видео уже выйдет к тому моменту, как вы увидите этот влог. Купила зубную щетку. Вот такие вот от Splat мне больше всего подходят. Они не раздражают мои десны так сильно, как остальные. А купила вот эту гигиеничку от Botavicus. Я как-то уже говорила, что это не самый такой удачный для меня личный продукт, но мне нужна была косметичка для моей куртки. Я всегда люблю, чтобы в кармане куртки была гигиеничка. Вот, и она стоит 150 рублей, это гигиеническая помада, плюс у нее натуральный состав. Поэтому даже если она не супер идеально работает, пусть она у меня будет. И последний продукт, который тоже для видео первое впечатление, это подводка для глаз от Revolution, Makeup Revolution. Появился у нас наконец этот бренд в подружке. Вот я купила, слышала очень-очень хорошие отзывы. В общем, я очень довольна, и мне прям не терпится поскорее все-все-все вот это попробовать. Thank you.
Время уже 11 часов вечера. Я думаю, что пора закончить этот влог. Не думаю, что он получился очень-очень таким насыщенным. Мне кажется, я по чуть-чуть везде поснимала. Здесь такая огромная тень от меня. Я прям как отец Гамлета. Вот. Мне хочется надеяться, что вам понравился этот влог. Возможно, что-то было интересное. А я сейчас потихоньку уже начну готовиться ко сну. Обязательно почитаю. Я хочу все-таки выполнить этот book challenge и читать по одной книге в неделю. О нем я не так давно говорила в видео «Собирайтесь со мной». Так что почитаю, попытаюсь как-то отключиться от всего, возможно, помедитирую. Мне очень хочется, по крайней мере, это сделать. Это определенно то, что хорошо было бы сделать. В общем, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Возможно, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И до скорых встреч. Пока. Печенька решила присоединиться, но не подходя сильно близко. Привет. Она чего? Скажи, гладьте мне головки. Почискайте. Ну. Печенька, и карандаши не надо трогать. Почини уши. Что вы требуете, мадам? Мадемуазель, что бы вам хотелось? Смотрите, она очень странно реагирует, когда трогают ее папочку. Низ спины, она так ее поднимает вверх. Не совсем понимаю, по какой причине. Если что, она у нас кастрирована. Ну, ей нравится, да? Нравится? Я не знаю, я что-то странное делаю со своей кошкой или нет? Ну всё, пухнастик. Теперь точно всё.